Ксения Гришина. Хорошо, когда от мечты до воплощения путь прямой и ясный. Ксения мечтала работать пиар-менеджером и работает в одном из лучших ресторанов Иркутска. Мечтала получить премию и получила. Была номинирована, я когда увидела сообщение ВКонтакте о том, что я номинирована, для меня это было просто. Я реально мечтала все 5 лет об этом. А эта номинация – это особая заслуга. Тогда чувствуешь, что вот выпустился и работаешь, и ты еще и лучший из тех, кто работает. Ну, это совсем приятно уже стало, прям душу греет. Самые любимые преподаватели, самые экстравагантные студенты, самые популярные СМИ. Премия присуждается голосованием студентов, преподавателей и руководства факультета. Участники прошли анкетирование, а интервью с ними были опубликованы в мини-газетах на стенах филфака. В каждой номинации 3 претендента. Премия факультета филологии и журналистики АС – это наше традиционное мероприятие. Проходит оно с 2005 года. Премия проходит раз в 2 года по 32 основным номинациям. Часть номинаций касается преподавателей, часть студентов и часть так называемый город. Это лучшая телекомпания, лучшее периодическое издание, лучший региональный сайт. Птица счастья завтрашнего дня, не зря, да, такая подложка была. Аист, друзья! Лучшей телекомпанией признали Аист, лучшим радио МСМ, лучшим периодическим изданием СМ номер 1, самым интересным сайтом Ир.ру. Открытие года единогласно. Тотальный диктант. Екатерина Бурван, Николай Крупченко. Новости сейчас.